Киоски должны быть ликвидированы, а вместо них появятся просторные торговые павильоны. В рейд по нестационарным торговым объектам сегодня отправились представители администрации. Уверяют, ларьков кировчанам не хватает. Вам достаточно моего удостоверения? Вы на чьей земле стоите? Как вы думаете? И функционируете? И кто отвечает за правила торговли в городе? Я не хочу сниматься. Меня спросили, я лично не хочу. Несмотря на нерадушный прием, представители администрации были сегодня к торговцам весьма лояльны. Отметили, что сейчас сложилась острая необходимость в подобных объектах с товарами первой необходимости, в частности, на филейке. Предпринимателям, желающим открыть здесь точку, власти готовы сделать преференции. Естественно, будут проведены с точки зрения потребительского рынка маркетинговые исследования. Если, допустим, здесь уже 10 объектов одной специализации, наверное, 11 здесь неуместен. Также территориальное управление проверит, существуют ли некие коммуникации, потому что на коммуникациях размещать нестационарные торговые объекты нельзя. При этом бизнесменам предстоит выполнить несколько условий. Первое – предоставить, если не проект, то хотя бы эскиз будущего ларька. На смену киоскам с одним окошком должны прийти современные торговые павильоны с просторным залом.